Паша, а что это ты делаешь? Что это ты делаешь, Паша? Я хотел газайку Фоме подарить. Я хотел газайку Фоме подарить. Кому ты хотел подарить газовика? Да, Фоме хотел подарить газайку. Кому ты хотел подарить грузовик? Газика. Вот этого. А ты познакомился с той девочкой? Да. Как ее зовут? Девочку. Что? Как ее зовут? Арина, Даша, Маша. Как ее зовут? Может быть, это Ангелина? А, хотя не Ангелина. Это не Ангелина. Ну да, это не Ангелина. Ангелина у нас постарше. Дома, да? У нас Ангелина дома там сидит с хорошим другом. А мы тут решили погулять как бы с мамой, с папой и так далее. А хотя не. Пошли к тем девушкам, спросим, что надо делать. Я пока могу что-нибудь написать на песке по приколу, например. Вот. Ангелина придет и будет в шоке. И она сразу сорвет. Что это такое? Ангелина на меня все время орет, как и мама. А хотя не, мама не так часто орет, как Ангелина. Из-за моих пранков. Ладно, не важно. У нас прогулка. Кстати, Ангелина офигеет. И сразу меня матами бльет. Вы же, наверное, видите? Ангелина хорошо знает английский. Ага, в кавычках. С помощью клавиатуры она знает английский язык. Ладно, не важно. Кайфуем и все.